Исходя из проведенного анализа по 2021 году, на оказание адресной материальной помощи в общей сложности было выделено по программе городской 2 миллиона 200 тысяч рублей. И было истрачено 1 миллион 274 тысячи рублей. Экономия составила 925 тысяч рублей. Моя инициатива проста. Это вот за счет той экономии, которая существует, поднять адресную материальную помощь не для всех категорий граждан, а те, которые попали в чрезвычайную ситуацию, как то пожар, стихийное бедствие, до 15 тысяч рублей. Изменения по финансированию, по изменению бюджета здесь никаких.